Марианна Кагова – мать троих детей. Ее старший сын в прошлом году, как и полагается всем 11-классникам, сдавал ЕГЭ. Вот только экзамен проходил не в районном центре, как раньше, а в Черкесске. Поэтому женщина и пришла на прием, узнать, есть ли возможность оставить пункт сдачи ЕГЭ в Адыгхабле. В прошлом году у нас выпускники 11 классов при сдаче ЕГЭ обязательные предметы русский, математика все сдавали в своих муниципалитетах, а выборные предметы уже сдавали в городе Черкесске. Поскольку для Министерства образования и науки было намного удобно проводить контроль и организацию проведения данных экзаменов, поскольку присутствуют и федеральные наблюдатели, и эксперты на экзаменах, и нам намного удобнее было проводить именно в таком формате. Прозвучал на приеме и вопрос о проведении всероссийских проверочных работ. Родители интересовало, как их результаты могут повлиять на дальнейшее обучение ребенка в школе. Результаты всероссийских проверочных работ, я хочу вас заверить, не влияют ни на что, ни на четвертные, ни на годовые, ни на переход ребенка на класс выше, абсолютно ни на что. То есть это оценка знаний, которая дает возможность учителю посмотреть, есть ли пробелы у ребенка в той или иной теме, на что самому педагогу необходимо обратить внимание, если эти ошибки повторяются у всего класса. Может быть, какую-то тему не додали, может быть, акцентировать внимание на определенной какой-то теме. Ну и, конечно, для нас это показатель определить траекторию образовательную и повышение квалификации для самих педагогов. А вот Зарема Агова – мать еще одного выпускника. Пришла на прием узнать, какова процедура проверки детей в ходе ЕГЭ. Ее интересовало, имеет ли право проверять ребенка на наличие у него технических средств несколько раз в течение одного экзамена. Они, если видят, что кто-то нарушает правила проведения единого государственного экзамена, есть подозрения, они могут подойти к этому ученику и посмотреть, на самом ли деле подтверждается их подозрение или нет. А просто так, без основания, они подходить не будут. Если у ребенка нет телефона, для него стресса никакого не будет, ему бояться нечего. А если бы он вооружился, конечно, такими устройствами техническими, он, конечно, будет сидеть и переживать, что к нему могут в любой момент подойти, могут телефоны неожиданно зазвонить, а такие ситуации были, поверьте мне. Поэтому с ребенком работайте, что никаких средств технических заносить на экзамен нельзя. Помимо этого, к министру обращались с вопросами об улучшении условий обучения детей в сельских школах, а также эксплуатации школьных автобусов. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Станислав Сушков, Архыз 24.